Всем привет, с вами Кенни. Ясно. Это у нас сейчас будут дружеские бои, в принципе. В принципе, почему он вышел, я не знаю. Кидаем. Кидаем, кидаем. Так. В прошлом ролике апнули ведьму. Поэтому это пойдет нам на пользу. Удача ведьмина будет. Ведьмина удача тогда, а не удача ведьмина. И сразу бомбит, ну, бомблейла, естественно. Куда же без этого? Ага. Вот. Так. 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 Ведьма тупая. А хотя нет. А хотя он ставит инферно, у меня нет запа. Так. Нарастает атака. Именно атака. Зап, ну, по бомбе. Ну, хотя. Изи, да? Пойдем гомблинцами. Гомблинцами, гомблинцами. Гомблинцами, я говорю. О! О, мушкетер свелся. О, хорошо, хорошо, урон пошел. Сразу настроение поднялось. По этому поводу я промолчу. Так быстро убить ведьму надо. Смотрите. Не надо. У него есть инферно. Я пускаю гиганта. Он должен поставить инферно. Если он поставит заранее инферно, он делает ошибку. Которой я должен буду умело воспользоваться. Но я что? Я рак. Кхревой. Блин. Ладно. Мы снесем инферно. Или нет? Скелеты! Скелеты. Молодцы, скелеты. Скелеты молодцы. Вадим сейчас такой, чё? Ну! Ну! Боже, да! Да, зашла атака! Я его сейчас просто буду закидывать фаерболом. Я не знаю, что делать, потому что... Ну, вообще, по идее, победил он. Ага, опять вот оно, то самое инферно. А, гигант! Нет! Так. Два пальца вверх. Ха-ха-ха. О, да. Ох. Ну, просто закидывать фаерболами, это, конечно, весело. Так, все-таки выиграли. Покажу вам профиль. Все-таки вот пятая арена, как никак, да, типа. Зап. Вот был бы у меня зап, я бы не закидывал фаерболами. Саня Вин. Ладно, я поменяю. Ладно, не поменяю. Я бы мог выиграть. Согласен. Но нет. Разум оказался не на твоей стороне. Не, он мог тоже фаерболами закидать меня. По идее. Но вот когда я кинул фаербол, и у него было 600 хп, он не догадывался, скорее всего, о том, что я вот так вот поступаю с ним. Плохо. Дерзко. Так, ребят, продолжаем. Сейчас играет со мной уже другой друг. У него 9-я арена. Ну, блин,
Был бы у меня свой старый аккаунт, вот я бы сейчас нагнул. Хотя, сейчас не знаю, гиг скелет. Ну, не знаю. Нормально. Вот этот момент меня порадовал. Изи дев. Так, пускаем гоблинов. Ведьма ускоряется. Вжух, понеслась атака. Сейчас как это будет хорошо фаерболом все снесено. Вжух! И нет атаки. Нет, но я все-таки... Среди всех своих друзей я все-таки самый скилловой. Так. О. Хе-хе-хе. Два пальца вверх, потому что у меня есть коварный план. Коварный план. Пойдем. Да, получилось. Нет, не отвлекайся. Нет, пожалуйста. Ага, все. Он еще и повышки получил. Десятый мухи вот это проблема, поэтому. Поэтому вот так вот. И вот так вот. Десятый. А. Я подумал, я третий уровень. Давайте, знаете, как сделать? Вот так вот. Опа. Раз. Два. Ну, смотрите-ка. Вы видите это? О, май факинг гад. Смотрите на это. О, что это за безобразие? Фаербол? Еще и по тем попал. Лолкек, изидев. Так. Почему-то стреляю. А, все. Даже здесь, даже против 9-9 аренного друга, наверное, так будет правильно сказать, я побеждаю, конечно. На одну коронку, но побеждаю. Как-то так, блин. Так, я думаю, соберем ачивочку. И на этом можно будет закончить. Два таких боя коротеньких. Ну, не знаю. Лично я поражал, мне понравилось. Надеюсь, вам тоже. Ну, а с вами был Кенни. Всем удачи, всем пока.